На 27 гектарах лесного массива в Томилине расположен парк сказок. Он открылся для посетителей в сентябре 2016 года. И вот уже 6 лет постоянно разрастается. Сейчас здесь на 40 сотках строят новый детский игровой комплекс. Работы по благоустройству территории в самом разгаре. Строители разровняли площадку, завезли песок и щебень, прокладывают дорожки и устанавливают фонари. Здесь появится новая комфортная зона, большая детская игровая площадка с акцентом на сохранение именно экологической истории, потому что данная территория у нас является территорией лесфонда. Перед началом работ концепцию строительства обсудили с жителями. Вместе решили, что дети и родители хотят видеть. В многофункциональный игровой комплекс войдут качели, карусели, горки и тарзанка. В тени деревьев поставят лавочки и обязательно камеры видеонаблюдения. Поэтому здесь получится такое хорошее место для отдыха, хорошая зона отдыха. Особенно здесь много всяких людей с детьми, поэтому тут и родители, и бабушки с дедушками смогут как-то провести время с детьми. Ну а дети порезвиться, по крайней мере порадоваться вот этим всем детским игровым элементам. Благоустройство парка сказок идет в рамках программы формирования современной комфортной городской среды с финансированием из регионального и муниципального бюджетов. Несмотря на то, что срок сдачи объекта официально назначен на середину августа, обещают закончить уже к 15 июля. Луиза Игиазарян, Ирина Иванова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.